9 мая, в день 70-летия Великой Победы, уже традиционно у мемориала павшим воинам в городе Красноармейске состоялся митинг, посвященный празднику. Под звуки вальса и песен военных лет у монумента собирались люди возложить цветы у памятника, отдать должное ветеранам войны. Но, к сожалению, их, свидетелей самой кровопролитной войны 20 века, с каждым годом становится все меньше. Поэтому так дороги ветеранам знаки внимания. Настроение действительно прежде всего замечательное. Замечательное, потому что 70 лет наше государство живет в мире. Оно имеет право созидать, строить, создавать, оказывать внимание людям. И это главное. Но и тревожное. Тревожное, потому что уходят из жизни ветераны. Их становится все меньше и меньше. И душа болит, а кто завтрашним новым поколением даст истинную картину того, что происходило в те далекие годы. Понимая это, народный депутат Украины по 50-му избирательному округу Евгений Борисович Геллер поддержал празднование 70-х годовщины Победы в Красноармейске, Димитрове, Доброполье и Добропольском районе. От имени народного депутата в честь празднования Дня Победы в адрес ветеранов 50-го избирательного округа не только звучали слова поздравлений, но и были организованы полевые кухни с традиционной солдатской кашей и боевыми стаграммами. Сегодня праздник олицетворяет, конечно, героизм и мужество. Поэтому особый день для всех. Народный депутат Украины Евгений Борисович Геллер от всей души поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и, конечно же, желает им добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И, конечно же, самое главное, всем нам мира и добра и чистого неба над нашим родным Донбассом. Торжественно, ярко и красочно прошли праздничные мероприятия и в Димитрове. Необходимо отметить, что здесь при поддержке народного депутата Евгения Геллера в честь 70-летия Великой Победы был полностью отреставрирован мемориал воинам, павшим в годы Второй мировой войны. Сегодня великий праздник, 70 лет Великой Победы. Она не просто досталась нашей стране, нашим воинам-освободителям, но приятно, что сегодня мы здесь собрались, говорим слова благодарности, вспоминаем погибших. И приятно, что на пожелания и призывы местной власти откликнулись и предприниматели, и предприятия города. И мы сегодня видим здесь обновленный мемориал. Больше того скажу, наверное, не первый год собирались это сделать, но все-таки нашли возможность, несмотря на то, что время сегодня непростое. Огромные слова благодарности Геллеру Евгению Борисовичу за его непосредственное участие, за основную часть финансирования реставрации этого мемориала. И также хотелось бы поговорить и депутатов Димитровского городского совета, которые также выделили средства для реставрации этого мемориала. Также компанию «Погрузтранс», ИЦОВ «Комсомольская» и, наверное же, конечно же, «Красноармейск уголь» за то, что также не отказали и приняли участие в ремонте этого мемориала. Оказал народный депутат поддержку ветеранам Доброполья. Здесь, после торжественного митинга, герои войны отправились на полевую кухню. Праздничный стол песни военных лет в исполнении местного вокального коллектива смогли порадовать всех присутствующих. От имени Евгения Борисовича я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, долгих лет жизни, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы мирное небо над нашим Донбассом было всегда. И чтобы то, что вы отстояли в 45-м, никогда больше не повторилось. Сразу призвали его в военкомат, с военкомата в военное училище, в город Молотов. Это самый север там у нас. Там окончил курсы и в Ленинград, в облокованный, на должность командира огневого взвода противотанковой артиллерии. И поехала, воевал всю войну в артиллерии. Я праздник цей, пошти кажем, год праздник, так? И я не думал, что сегодня такой праздник будет. Хорош. Спасибо всем, кто организовывал. При поддержке народного депутата Украины по нашему округу Геллера Евгения Борисовича мы значительно смогли увеличить наши возможности. Без него нас чуть-чуть, а с ним много.
Ветеранам Второй мировой войны города Красноармейска, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на торжествах, от имени Евгения Геллера были вручены продуктовые наборы по месту жительства. Ну, для нас День Победы – это день, который повернул от смерти к жизни наших людей, не только Советского Союза, но и всю Европу и Америку. Тогда было очень тяжело. Я знаю, как бы переживал, как приходилось. Почаще надо нам общаться, ручаться все, собираться там в городе везде, как раньше люди собирались, солдаты собирались, все хорошо было. Спасибо, спасибо. Трудно передать словами степень глубокой благодарности тем, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой. Очень важно помнить свою историю и чтить ее героев, ныне живущих и тех, кого уже нет с нами. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял.